Встреча в Ростове прошла при полупустых трибунах. Болельщики с берегов Дона весьма болезненно отреагировали на последние неудачи Россельмаша в чемпионате страны и Кубке Интертота. Но зрители, пришедшие на стадион, не пожалели о своем решении. В начале свой уже 9-й мяч в сезоне забил ростовчанин Дмитрий Кириченко после розыгрыша штрафного, оказавшийся самым расторопным вблизи динамовских ворот. Впрочем, гости отыгрались довольно быстро. Всего через 2 минуты. Голкипер Россельмаша Савченко был явно не готов к дальнему удару Дэвидаса Шемберса. Основные события в этой встрече развернулись после перерыва. На 65-й минуте Дуюн ударом с линии штрафной вновь поразил динамовские ворота. Однако арбитр из Тобольска Сергей Гусев к явному неудовольствию игроков Ростельмаша гол не засчитал. Боковой судья поднял флажок, зафиксировав положение вне игры у ростовчанина, когда мяч находился еще в центре поля. Спустя 5 минут хозяева усилиями Фоменко забили вновь. На этот раз с явным нарушением правил. Мяч был переправлен в ворота рукой. И уже динамовцы пошли в атаку на арбитра, но отменить 2 гола подряд Гусев не решился. Кстати, на послематчевой пресс-конференции один из тренеров гостей Николай Латыш посетовал на этот судейский просчет, предопределивший исход встречи. К основному времени матча арбитр добавил целых 7 минут, но Россельмашу удалось выстоять и записать в свой актив 3 очка.